В Одесской области загорелась свалка производственного кооператива «Экология», что за селом Абрикосовое Шапской долины Белгород-Днестровского района. Сообщение о сгорании. На площади 300 квадратных метров поступило около 11 часов. Уже в 11:44 огонь удалось ликвидировать. Спасатели подозревают поджог. В ГСЧС области отмечают, что 23 августа эта свалка уже горела на площади 200 квадратных метров. Тогда спасатели установили, что пожар был создан умышленно.